Итак, привет, ребята. Вы часто в комментариях меня спрашиваете, как часто мне попадается 1 рубль или 2 рубля 2018 года, потому что некоторые еще их не имеют у себя в коллекции. Но понятно, что уже давно есть, как я и говорил, 10 рублей 2018 года и 5 рублей. Я тоже часто встречаю. Я вам сейчас покажу простой пример, как можно легко раздобыть мелочь. Вот сейчас, смотрите, я беру 50 рублей обычный и сейчас поеду в Макдональдс и куплю мороженое за 29 рублей, и, разумеется, мне дадут сдачу. Поскольку в таких ресторанах, как Макдональдс, Бургер Кинг, очень большие обороты денег, то туда из банков поставляется много мелочи. Мороженое рожок, можно? 75. Ну и вот он итог, собственно. Вот он сам чек на 29 рублей. И дали мне десятка 18 года. Ну, она все равно на благо, она в плохом состоянии. Такой точно не собираюсь. Дальше, пятерка 97 года, давно в обороте, ну вот они. Рубль 17 года, тоже такого не собирают. И вот они, аж попалось, сразу 5 штук мне дали 2018 года. Ну, неплохой чекан. Весной мне не попадались вот эти вот рубли 2018 года. Так, тут даже немножко видно, износился гуртильный аппарат. Ну, это, собственно, так, пофилософствовать. Все, всем пока!